Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить, завершить эту игру. По-моему, последняя часть до финала. Может быть, час она протянется, может, меньше, не знаю. И попробуй потом продолжить Uncharted 4. Адвенчур, так называемый. У меня есть три части уже на канале. Здесь я в конце закину. Да, по-моему, я предыдущий закину. Ну, еще раз закину, там изменю. Если подберу запись. Записи я скачал, но подойдут ли они, заново я не буду перепроходить. Там такая чушь вообще. Мерзопакостная дрянь. Там он с шарами каким-то стрелял, с пистолет, по-моему, или еще что-то. В этом роде. Вентилятор забыл включить. А вдруг будет шум? Нет. Надо проверить было сначала. Он будет вдруг. Так что заходите в избранное, смотрите, может, что-то вас заинтересует, что-то продолжить, заливать больше нечего. Осталось, значит, Unity Assassin. Возможно, Вальгалу залью, не знаю, пока еще не решил. Я ее одну или две части заливал. Что-то она, не знаю, эти новые Ассасины что-то не очень заходит. Все, не знаю больше, что заливать вам. Лара Крофт осталась. Сурвайер. Блин, я так и не посмотрел, что тут надо делать-то в этом говне-то. Ребята, забыл я посмотреть-то. Чё-то звука нет. Скажи что-нибудь. Эта игра постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Звук я вроде прибавлял. Я звук не прибавил. Вот эти все... Нет, прибавлены. Не знаю. Может... Вот тут я слышу. Булькает это. Давайте посмотрим сначала, что внизу там. Может быть... Как ныряешь-то у меня? Я, черт возьми. И забыл, как ты ныряешь-то у меня. Черт вонючий. А, вот сюда я поплыл в прошлый раз. Точно, я вспомнил. И он меня там чуть-чуть не доплыл до нужного места, блин. Ну все, вот этот фонарик, как же это они исправили? Ни черта они ничего не исправили, блядь. Как была эта говнина, так и осталась. Че, обратно я выплыл? Или нет? Где девка-то? Нет, не обратно. Смотрите, просто повезло. Это, я не знаю, даже переигрывать не захочется. Опять эту тресню искать тут. Разработчики, чтоб вас черти дрючили за такую игру, блядь, ублюдки нахуй. Сценарий вообще даже копейки, наверное, не заплатили за такой сценарий. Ребенок какой-то писал, блядь. Да нет здесь никакого сценария. Чего писал? Какой ребенок? Здесь просто ходьба, блядь. Идти куда-то и все нахрен. Опять я не понял, что я тут сюда заперся, блядь. Еще, может, куда-то надо? Блядь, глухонемой, ничего не говорит. Черт тебя знает. Правильно, неправильно зашел я. Молчком все у него, этого барана, блин. Не знаю, я похоже не туда, может, я забыл. Ну а куда еще плыть-то, я не пойму. Ну вот эта лестница, вот я назад, наверное, плыву. Да? Ну назад я плыву, чё не так-то, бля? Как она меня выпешивает, эта игра. Так, давайте вот здесь посмотрим, может быть... Что-то, может, тут какие-то вон... Может, туда и не надо было плавать? Я от этой игры все что угодно можно ожидать. Туда он не залазит, этот чурбан? Ну, вроде туда не залазит. Ну, ладно, давайте еще раз. Ну, что не плывешь-то, блядь? Ручищами своими не... Да нет здесь ничего.
Все, вот здесь выход в этот зал. Может, здесь что-то надо сделать все-таки? Включить какую-нибудь тресню. Вон, смотрите, крючок вроде что-то какой-то. Что это такое? Рычаг, только он ее не может включить. Почему-то, блядь. Потому что здесь много воды, наверное, да? А с этой стороны, блядь. Может, стрельнуть в него надо? То есть здесь разве такое может быть? С таким сюжетом, блядь, с такой. Вот сюда можно запрыгнуть. О, смотрите, залез. Чурка, блядь. Какой-нибудь педальный, блядь. Лезет, лезет, лезет. О, совет, блядь, смотрите. Сука, вот этот совет не могли дать, когда он в комнату попал? Вот, бля, вы... Некоторые возмущаются, вот я ругаю игру. Ну, ребят, так нельзя. Ну, нельзя так делать игры, блядь. Сделайте кнопку совета. Советы часто у меня стоят. Эта игра сделана для того, чтобы дольше находился игрок в игре, блядь. Сидеть и дрочить. Ну, прошли те времена, ребята. Прошли те, которые были раньше времена. За руку вас никто не водил и так далее. Сейчас нужно это усовершенствовать все. Сейчас надо предлагать и так, и сяк. Теперь помоги переправиться. Помоги переправиться, да, она сказала. Давай прыгай. Вот сейчас смотрите, он еще и не сможет прыгать. Я опасусь тогда. Прям здесь вот раз и писану. Ну вот... Они вот, знаете, тут какой-то реализм, что ли, разыгрывают, да? Девка не умеет плавать. Ладно, она не умеет плавать. Он не может ее взять на плечи и проплыть с ней. Не может он это сделать. Здесь нужна механика. Я понять не могу, как такую говнину можно вообще сделать, блядь. Тупость вот эту, блядь. И вот эту... Куда ее поставить, блядь? Вот. Где она должна вылезти? Ну? Каждый раз я должен догадываться. Помните, как я там... Ковырялся, блядь, с этой помойкой, блядь. Чё она там побежала-то, блядь, не пойму. Как я-то, блядь, туда переправлюсь? Отойди! Отойди? Куда отойди? Она чё, знает там, что ли, что-то делать? Ну чего вот опять ждем? Вот каждую минуту, блядь, надо что-то здесь вытрачивать. Каждую минуту, сука. Какая-то, блядь, проблема с игрой. Он чуфяк этот не может вылезти, смотрите, блядь. Кусок говна, блядь. Как я Uncharted буду заливать, не знаю. Ну меня Uncharted-то, по-моему, так не писил, блядь. Меня вот писил там, именно я не знал, куда найти, идти, пойти, блядь, и так далее. Чего надо сделать? Вот я понять не могу, что нужно сделать, чтобы пройти дальше. Может, лестницу она должна опустить вон там? Она или опустила уже. Отойди. Чего отойди? Где, бля? Я там вообще не плавал, но. Перевод это еще говёный, блядь. Хер поймешь чего. Точно лестница? Как вот я ее... Как я мог увидеть эту лестницу, черт? Он оторвал ее, дурила, блядь. Оторвалась. Что делать? Снимать штаны и бегать. Что-нибудь придумаю. Что-нибудь, блядь. Туда вон тащи. Сейчас ты с этой лестницы будешь вытрачивать тут на полдня, блядь, ковыряться. Вот сюда ставь, потом, наверное, туда. Потащишь. Тупица, блядь, бестолковый, ну. Блядь, главный герой это просто омерзение. Вот, блядь, все хуже в этой игре, блядь. Это, конечно... Говнина с оружием, с переключением оружия. Может быть, на джойстике, как я уже говорю, ну надо удобство создавать для всех. Не только для... А для рукожопых таких, как я, вот, ну. Брось, ты брось еще нахрен у меня тут, блядь, дурила. Спрыгивай. Хватит на лестнице лазить, блядь, кататься, ну. Просто людей сейчас дурят, прям дурят вообще. Вот. Просто людей за дураков принимают. Вот эти вот... Это мысль. А вялость в управлении, вялость, вот вялая игра, блядь, я не знаю. С джойстиком, конечно, там автоприцел, все можно это сделать.
Ну, игра сама по себе не быстрая, она вялая, понимаете, анимация, видите, какая медленная наводка, вы видите, сколько времени наводит она, бля. То есть, что-то они сделали реализм, а что-то днище, бля. Игра днище, вот я... Я пойду вперед. 3 очка не могу дать, вот, 2,5, нахуй, из 5. Вот только за графику, больше тут вообще делать нехер в этой игре. Опять, блядь, пошло-поехало. Че это он, блядь? Сдох он у меня, ребят. Я пойду вперед, а ты за мной. А как ты у меня прыгаешь-то, чурбан, блядь? А, вон, смотрите, блядь, черта не видать. Так, давайте это все-таки прибавим немножко. Блядь. Может и вам... Я сейчас сделал так, что у вас тоже так же, как у меня. Кстати, у нас вообще запись-то идет. Я уже просто боюсь, ну, эта игра просто говнина, блин. Постоянно проблемы с ней, блядь. А может она про... Чмо, блядь, болотное. Болотика. Он наоборот должен там... А ты за мной. Поняла. Он наоборот тут должен прям как рыба в воде в этой болоте в этом, блядь. Куда вот вставать здесь, блядь? Спрыгнул, бля, прыг... Вы видели, какой прыжок у него, блядь? Я сам быстрее прыгну, блядь. Вялость управления просто зашкаливает. Зашкаливает нахрен. Это игра, она должна быть темпераментной. Темп игры должен быть-то. Ну вот, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ладно. Думаешь, поймаешь ты ее? Видишь? Ты сама допрыгнула. Может, сама. Ни разу ей не помог, блядь, там. Только запрыгивать давал, и никогда не поддержит, блядь, не поможет. Чмошники, блядь, эти... Блядь... Запад, это такое говно стало, блядь. Это западная дресня, блядь. Это толерантность, вся эта хуета. Другого слова я не подбираю, подобрать даже не могу. Давай, чурбан, блядь, быстрей! Да что ты, сука, закончил? Фу, блядь, да сдохни ты нахуй уже, блядь. Не буду даже управлять им, пусть сдохнет, блядь. Смотрите, выжил, сука. Без кнопок выжил, блядь. Сдох, что ли? Чё такое, блядь, я не понял. Долго он тут висеть-то будет, блядь, говнюк? Чё надо делать-то, блядь, я не понял. Нажать, потом надо нажимать, блядь. Ну, я не знаю, они уже не знают, как извратиться, блядь. Как Лара Крофт, он первую часть там бесил у меня, блядь. 25 кнопок надо нажать, чтобы какую-то свиноту убить, блядь. Ну, чё ты чурбанё, блядь? Когда ты, сука, выберешься? Американский ты хуесосник. Как он еще не сдох? Вот трупы здесь, трупный яд, блядь, повсюду нахрен. А ему плевать, он ртом и жопой, блядь, глотает этот. А это кто это, блядь? Девка, что ли, блядь? Ну вот сейчас еще девку потеряем. Я вот тогда этих хуесосников точно, блядь, на жопу посажу. Напишу им, блядь, на канал, блядь. Блюдка, блядь. Единственную героиню, которую просрать, это я даже не знаю. Руки вверх! Надо игру закончить. Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Да пошли вы нахуй! Вы видите, вот, блядь, здесь нет нормальных людей, здесь одни мерзавцы, блядь, понимаете? Игра построена мерзавцами на мерзавцах. И вот ты у цикад. Дураков каких-то показывают, блядь. Не знали, кто ты. Где Эль? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Так мы жили, блядь, столько. Скажи, как? Ты знаешь, сколько я прошел, блядь. Все. С этим говном с вашим. Целеустремленная девка. Девка целеустремленная. А ты, короче, бесцельный чурбан, блядь. Бесил, блядь, всю игру.
Конец, что ли, или нет еще, блин? Хочется уже концовку. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. Ну это... это спасибо сказать, и блядь, правда, сценаристу? Судьба. Анонисту, блядь. Он одной рукой писал, другой дрочил. Я иду к ней. Надрочил. Можешь, блядь, надрочил такой сценарий. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я ой, хочу ее видеть. Эх, говнище, блядь. Нельзя. Ее готовят к операции. Хайфлай, блядь, интереснее. Какой еще операция? Тоже там, домочадним человеком. Врачи говорят, что кардицепс внутри нее как-то мутировал. И дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. Да ты, сука, видишь? Здесь просто все мерзавцы. Выбора. Все, блядь. Здесь нет нормальных героев, блядь, кроме девчонок. Сука, сиськами да, тут вижу, трясет, блядь. Уже убедила. Жаба, блядь. Выведи его. И убей. Только дернется, стреляй. Почему его-то не убьют, блядь, я не пойму. Девку вы убить хотите? Почему последний его? Шанс. Не убить. Джоэл. Ну, поцелуй его еще между ног. Тигрица. Вставай. Ну все, давай, я вырублю его и все. Ну вставай. Боевик вонючий, блядь. Да подай руку-то ему. Быстрее так встанет. Мы сейчас не дождемся этого теленка, блядь. Кусок, давай. Кусок говна, блядь. Герой говнина. С ссаным сюжетом, блядь. Просто высер, одним словом, как говорят. Дай только повод. Все, что я думаю об игре. Куда? Я сделаю это, блядь. Гашки. Ну давай, схватись за что-нибудь. Хрен ли ты встал, шагай. Иди, говорю. Это он подвигался, блядь. Где операционная? Не тяни время. Где? Где? Любит он людей. Самый верх, дальний конец. Конец, конца у тебя уже нет там. Опа. Ушел, блядь. Быстрее, блядь. Черт. Все разнесем. Все с говнищем сейчас с этим будем стрелять, блядь. Вот, смотрите, смотрите, блядь, ёпта, в башку нам попал, блядь, и не попал ни хрена. Потому что, наверное, труба попалась тут, блядь, мне. Смотрите, он там сзади заходит, блядь, где-то. Чурбан-то это, блядь. Ну, укрытие-то он не занимает, я не смогу, блядь, встать в укрытие, на. Сука, игра Эльдорадо, блядь. Блядь, деньги, наверное, сделали они на этом говне, блядь. Мама, не горюй, на дураках, сука, на идиотах деньги делают. Ёб твою мать, блядь. Даже вот, блядь, не стал дергаться, блядь. Даже не стал, нахуй. Смотрите, он один раз стрельнул, блядь, перезаряжает, нахуй. Пушка, блядь, новую пушку дали ему, нахуй. Надо взять, нахуй, нормальное оружие, блядь, винтовое это. Блядь, я не могу, понимаете? Был бы у меня один пистолет, был бы проще. У меня все патроны были в одном пистолете, блядь. Не разбросаны, черт знает где, блядь. По всем, блядь, пистолетам, нахуй. Вот это надо зажать, блядь, захуярить, блядь. Это, блядь, неделя пройдет. Какие тут, нахуй, стрельбы, блядь.
Ну я хуже еще, блядь, не видел вот, вот игры, блядь. Где вот он, блядь? Он мне уже дрочит в спину, блядь. Вы видели, блядь? Настолько вялый игрок, что я не знаю, это кусок говна, блядь. Вялость, блядь, посмотрите, это же, блядь, это не игра, говнина какая-то, ну. Вы посмотрите, что он делает, блядь. Он еле ползает, блядь. После Splinter Cell, блядь, здесь вообще невозможно сыграть, блядь. Смотрите, блядь. Он не может развернуться, блядь, даже. Нормально развернуться не может, блядь. Эх, говнина, блядь, вообще, нахуй, ёпта. Я вот чем дальше играю, чем больше играю, тем, блядь, больше удивляет меня. Вот это вообще оружейная вся херня, блядь. Посмотрите, я не могу нормальный пистолет взять. Все патроны разбросаны, мне это не надо. Блядь, может, не надо было вообще какие-то пистолеты брать, а просто одним пистолетом идти? Ну, пули не хватало, блядь. Блять, чурбан, блять, сука, еле двигается. Ёпта. Ох ты, блять, автомат дали. На, как мне сказали, там автомат ты получишь. Смотрите, он... Он из автомата не может убить, блять. Он не может убить человека, блять, из автомата. Ёб твою мать, блять. Из калаша, блять. Всё. Или чё у него там, не калаш, а какая-то хуета. Нахуй такой автомат. Блять, забыл накормить его, блять. Хуетой этой. Тряпками, блять. Я не знаю, я не могу играть в эту игру. Вот стрелять я в ней не могу. Реально не могу стрелять. Это говнина еще та, блядь. Рюкзак это, передел. Блядь, достает. Чего он там в рюкзаке достает? Автомат из рюкзака достает. Блядь, автомат вообще говно. Автомат вообще невозможно стрелять. Блядь, я без приклада стреляю, нахуй, лучше, ёпта. Он с прикладом, блядь, стреляет, черт знает как. Лучше бы вообще его не давали, этот автомат. Вообще кусок говна, блядь. Одиночным можно? Кто вот стреляет? Блять, я не пойму. Вот этот свет, блять, хуй поймешь, блять. Кто где стоит? Как это помещение вообще выглядит? Какую-то надо комнату найти. Он не закрывает двери-то, блять. Он везде комнаты просматривается. Вы видите, куда я не зайду, блять? Сука, эти комнаты, блять, поганые. Везде просматривается, блять. Проходной двор, блять. Видите, блядь, то с одной стороны, то, сука, с другой, блядь. Всех больше здесь раздражает это разброс патронов, блядь, по всем пистолетам, блядь. Вот это просто говнина еще та, блядь. Просто мерзость какая-то, блядь. 4 патрона. То есть мне надо нажать, блядь, переключить вот это говно, блядь, на другой пистолет, понимаете? Вот в чем проблема-то, блядь. Не просто колесо вот так покрутить, блядь, а переключать их, блядь. Вот это, как говорят мне, кобура, блядь. И что она мне дает? Вы посмотрите, сколько мне надо цифр тут нажать, блядь. Третье, четвертое, блядь. Третье и четвертое, да? Вот сейчас... 9 патронов у меня. Сейчас они закончатся, мне надо новое оружие ставить. Твою мать! Вот здесь! Здесь, блядь, ёб. Еще какой, блядь. Давайте, ладно, соберемся, как говорится. Говно это соберем, блядь, в кучу, но. Вон, видите, блядь, один выстрел он делает, блядь. Нахуй такой... Такой говнину мне дали, блядь, ёпта. Всё, ёпта. Он кусок говна, блядь. Он заряжает, сука, полдня. Он как будто винтовку, блядь, перезаряжает.
Так, 7, нахуй. Вот смотрите, блядь, он достает, блядь, сколько времени. Перебувается, блядь. Снимает носки, блядь, ботинки. И начинает, блядь, дрочить, нахуй. А его тут валят, блядь, этого ублюдка, блядь, ебучего. Еще в потемках в этих, нахрен. Вонючих, блядь. Вот сейчас чего взять? У меня один патрон. Вот возьми, блядь, попробуй, сука, быстро что-нибудь, блядь. Вы видите? Он перебувается, блядь, неделю нам. Из автомата бесполезно стрелять далеко. Это только здесь, прям вот. Около них вот. Кто у меня фонарем светит, смотрите. Может сжечь их всех тут? Ну, самое интересное, я вообще не знаю, куда идти. Вообще не знаю. У меня нет никакого ориентира, блядь. Ни подсказок, ничего. То есть я еще здесь буду все это говно искать, лазить, блядь, выдрачивать там. Вон они, видите, как быстро, блядь? Он раз нахуй дрочил и свои поднял, блядь. А я не успел поднять, сука. Не перезарядиться, не... Вы видели, блядь? Он в дверях застрял у меня, нахуй. Анимация застряла в дверях. Он не смог двери пройти быстро, блядь. Видать, не смог сообразить, блядь. Как их пройти? И темп игры-то вы видели, какой, блядь, стал? Со всех сторон они бегут, блядь. А я с этим говном вожусь, нахуй. Вот такую игру выпустили, блядь. Теленком, блядь, который, сука, еле двигается, ёпта. Он еле ходит, вот посмотрите, блядь. Он еле живой, блядь. Кусок говна. Что-то меня финал вообще раздражает уже, нахуй. И они еще, сука, в броне во всей, блядь. Со всех сторон, во всей броне, блядь. И я с куском говна сижу здесь и нахуй посасываю, блядь. Может, их просто надо выхлёстывать, это я имею в виду нападать на них. Вот, вот, блядь, еле-еле нахуй развернул он жопу, блядь, баран, блядь. Еле развернул седалище, блядь. Вы видели, блядь? Он даже, сука, такой... Таким говном, блядь, не может, сука, убить с первого раза не может убить. Даже такой пушкой, блядь, которая... Тварь перезаряжается один раз, нахуй, в неделю, блядь. Может быть, сжечь их, нахуй, всех? Он здесь, в коридоре! Он из ружья-то не может убить, ёпта. Из ружья даже не может убить. В башку целился. Да, блядь, ёпта, игра, конечно, блядь, прям на вес золота. Может быть, на джойстике, я не знаю. Ну что, это... Я не играть буду, а просто компьютер за меня будет отстреливать им яйца, блядь. Вот сейчас смотрите, блядь, ёпта, надо мне вылечиться срочно, блядь. Блядь, в этот раз я завязался быстро. И одни проходные комнаты, блядь. Нигде, блядь, заховаться бы где-нибудь и их отстреливать, этим теленком, блядь. Он же еле ходит. Посмотрите, это же безобразие какое-то, блядь. Чтоб вас черти дрючили, блядь, с такой игрой, нахуй, мерзавцы, блядь. Сука, я такое говно, я, блядь, в жизни бы не купил. Вот смотрите, блядь, они сразу, сука, со всех сторон, блядь. Тут же, нахуй, как говна их, блядь. Может, драться-то не надо? Может, куда-то бежать? А куда? Я иду. Ёб твою мать, блядь! Как вот я сейчас, блядь, переключусь быстро, блядь? Кто-то может мне, блядь, объяснить, нахуй? Чтоб я мог быстро переключиться, блядь. На луки, блядь, переключаться. Ха-ха, и, блядь, и луком завалил.
Эх и говно, блядь. Деревенщина, сука, какая-то делала. Мерзость, блядь. Как такие игры вообще, блядь, выпускают? Наконец-то, блядь, куда-то, блядь, прошел, наконец-то, блядь. Ну это адовская игра. И такую игру я сразу удаляю, нахуй, и больше никогда в жизни, блядь, не берусь за эту трясню, нахуй. Это худшая игра, блядь, всех времен, нахуй. Я хуже не видел игры, блядь. Именно не сама игра, плевать там даже сюжет, хуй с ним. Именно вот вялость управления вот игрока главного и это, как и вот все, что связано с оружием. Отличная стрельба, все, импакт, все это, я вообще не берусь за это. Плохо, сюжет отвратительный, бесполезный кусок говна, блядь. Ну, давай свой чемодан доставай, может, тебя что-то наделаешь ты, блядь, какую-нибудь трясни, блядь. Так, как уже там... Треснуть это. Хуже я не видел вообще игры. Не видел. Вот все, что связано с этим именно. Не, опять я вышел к ним. Все, она сейчас затормозила, она набрала уже это. Все, она сейчас вылетит. Вылетит сейчас игра, все, она это, память сожрала всю, блядь. 7600, блядь, все, осталось немного. Сейчас 7900 будет, и до свидания. Ну, я говорю, через 40 минут, 40 она один раз только простояла у меня и отключил... Отключил это, интернет. Сейчас я тоже интернет отключу. Че, постоять не постоять? Она как жрала память, так и жрет. Бесполезно это делать тут нехер. Я так и не понял, чего, куда я попал, куда идти. Здесь я вот был сейчас, да? Вон бинты бери. К, блядь. Ну ты вот иди с ней, бля. А, она, по-моему, идет он. Я только что поговорила. Нет, скорее наорала на главного хирурга. Оказывается, невозможно извлечь... Музыка эта говнинная, блядь. Вот сюда, наверное, все-таки надо идти, мне кажется. Попросту говоря, им придется убить девочку. И у меня запросили разрешение. Новое испытание на прочность. Я устала. Как можно такую вот вязкость придумать, я не знаю, в игре? Вот это вот, вы видите, он, блядь, он, сука, неповоротливый, смотрите, блядь. Я хочу только одного покончить с этим. Говнище неповоротливое, блядь. Пусть делают то, что нужно. Камера-то успевает, а он-то не успевает. И когда я навожу, у него задержка идет, блядь, в стрельбе. Мне этот реализм нахер не нужен, блядь. Ну все, блядь, никаких подсказок не дают. Я не знаю, как играть в этой игре, блядь. Где искать выход? Куда идти, блядь? Туда я забежал. Не туда, блядь, забежал. О, что-то смотрите, блядь. Похоже, я на месте. На месте ты? Ты видел там сколько народу, блядь? Да отцепись ты от этого говна, блядь. Вы посмотрите здесь, сколько народу, блядь. Бегает, блядь. Вы видели, блядь, автомат, блядь? У него отдача, блядь, как будто я держу, блядь, какую-то берданку, нахуй. Вот я бы сейчас за угол встал бы, вот так спрятался бы, и херачил бы из-за угла, блядь. Куда, в стену я буду хуярить? 12 патронов. Думаете, я убью за 12 патронов? Нет. Думаю, что не успею убрать кого-то, блядь, за 12 патронов. Им будет мало 12.
Лук даже не использую я, потому что в таких условиях луком пользоваться, это я даже не знаю, как я быстро так потом переключусь. Да на что переключаться-то неизвестно. Нет, не убил. Пиздец, блядь. Ёб твою мать. Я, блядь, оружие не могу переключить. Вы видите, что у меня там переключается, блядь? Вы видели, блядь? Колесо не переключает у меня оружие, потому что я должен лезть в кнопку и переключать вот здесь, нахуй. Давайте сжечь их будет, блядь. Хуй с ним, блядь. Может сжечь-то, блядь, получше. Блять, еще не видать нихуя ничего, блять. Сейчас в жопу забегу. Да что ты, сука? Они не горят, по-моему, даже. Не умеют они это делать, блять. Видите, блять? Прикрой меня! Видите, блядь, очухался, ему похуй, блядь. Он даже погорел, потушил себя и пошел в бой, нахуй. Даже не знаю, что выбрать, блядь, не знаю. Смотрите, 3-5, блядь. Я даже не знаю, как тут играть в этой игре, блядь. Надо бросать, мне кажется, все, мне уже надоело, блядь. Я думаю, что нахуй не надо никакого мне финала, и так понятно, он и спасет, и пиздец. Потому что это я... Меня кто будет спасать? Кто будет, блядь, меня спасать, блядь, нахуй? От этой игры, блядь. Потому что я уже все расстрелял, блядь. Все, что можно было, блядь, расстрелять. Уже все расстрелял, блядь. Автомат — это кусок говна, блядь, которым даже играть не хочется, блядь. С такой отдачей, блядь. Как будто я держу, блядь, базуку, нахуй. И самое интересное, что они очень меткие здесь. Они не могут промазать. Они только попадают, блядь. Промахов в них не бывает. Они только попадают, сука. Куда-нибудь, но попадают. Ты не попадаешь, а они попадают всегда, блядь. Я, блядь, с 90-х годов, блядь, ёпт, играю. Я... Что уж, такую говнину я не смог бы осилить, нахуй. 1000 роликов у меня игровых, блядь. Ну я не могу осилить эту игру, блядь. Не могу. Особенно вот из-за этой хуйни я не могу осилить. Потому что надо сидеть, ковыряться в кнопках, блядь. Запоминать, какие кнопки там, куда крутить. Вы видели автомат-то как стреляет, блядь? Как кусок говна. И у него нет оружия, блядь. У него нет патронов, блядь. У этого мужика не оказались патроны, блядь. Почему, не знаю. Из чего он стрелял, блядь? Из палки, блядь? Вы видели, блядь, нахуй? Он меня сейчас попадет, видите? А я не попадаю, блядь. Потому что я не могу занять укрытие, нахуй. Почему он, блядь, попадает, а я попасть не могу? Это нормально? Возможно, здесь есть плечо менять. Если я сейчас тут начну менять все, мне надо тут будет подгузники менять. Вот. Ну что, надо, блядь, переодеваться, блядь. Завязывать тресню, блядь, потому что нахуй. О, блядь, смотрите, из чего он там... Чем они там светят, блядь? Ну, попробуй, попади, зачем... Блядь, были бы пистолетные патроны, я бы нахуй ими стрелял бы. Как же, туда 2 метра только берет, блядь, это. Я не знаю, как здесь играть, блядь. Может, лук взять, блядь? Он целится будет. Чё это такое, вот, блядь? Чё это за пистолет такой, блядь? Что это у него за мишень такая? Это у него разброс такой, блядь? 25 пуль, нахуй, сразу одновременно пуляет.
Все, один патрон у меня остался, ребят. Если у него сейчас ничего не будет, то, ну, какую-то херню дали, блядь. Он дробовик, ну. И музыка эта такая. Понимаете, они даже музыку нормальной нет здесь. Тут что-то есть напоминание, типа вот метро, блядь. Казалось мне такое. Сейчас вот, слышите, какая музыка? Там сидят цыгане, блядь, и они вот эти барабаны бьют. Или индейцы там, кто у них там, хер её знает. Какая-то мерзота сидит там и бьет по барабанам. Ну, вот я говорю, что самое плохое в этой игре, это вот все, что связано с оружием, блядь, с переключениями, с этим говном этим. И вялость управления, просто безумная вялость. Не то, что там не хватает, блядь, процессора, нахуй. А именно вялость, блядь, самой игры. Она так сделана, блядь. С такой анимацией, блядь. Для людей, которые вот без реакции, они, у них с рождения нет реакции, блядь. Сидеть вот на жопе и расти, блядь. А не играть. Четыре патрона. Должно вот хватить 4 патрона. Я первое время-то стрелял из пистолета, всех одурманивал, блядь. Больно как... Вы видите, блядь, они, блядь, меня везде видят, блядь. Со всех сторон, блядь, они меня видят. А я их, сука, не вижу нигде, потому что у меня жопа тяжелая, и я не могу ее, сука, развернуть быстро, блядь. Разверну. Видите, он как разворачивается? Вы видите, блядь? Сука, застрелят в это время, пока он развернется. Камера-то успевает, а человек не успевает за камерой. Он внутри. Да, блядь, давай его. Ну, бей. Ну, это вот дрочилка, дрочилка. Вот. Для меня это дрочильня. Вот. Жрать кактусы, вот, и стрелять в этой игре, блядь. Все. Мусорюга, блядь. Закончилось у тебя? Давай сожри-ка кусок говна, блядь. Патронов нет, блядь. Почему в этой игре нет патронов? Я вот понять не могу. Я играю на низком сложности. Почему в этой игре нет патронов? Ну, дайте больше патронов, значит, больше противников дайте, на. Ну, в ней нет патронов совсем, блядь. Посмотрите, это мои пистолеты, блядь. Вы посмотрите, сколько пистолетов у меня. Для них нет патронов, блядь. Он схватил уже, блядь, говнина эту. Вот полез в мешок. Зачем лазить в мешок? Это вообще занимает время, блядь. Я вижу, куда идти уже, блядь. Уж понятно, что он там в ладошки ставил, блядь. Сколько мы еще это... Нет никаких событий, видите? Они поговорили, и он все идет напролом. Опять ищет эту палату. Все против него. И еще даже непонятно... Почему эту девчонку должны убить? Вот это вообще какая-то говнина просто. Я не знаю, это сюжет наравне высера этого, на поганого, блядь. Господи. Доктор? Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай. Ну что, блядь, может ему вы... Москиты вышибешься вот так, да, и все. Теленок ты ебучий. Замолчи! Пошли, детка. Держу. Держу. Она ценный фрукт такой, убить ее надо. Я так и не понял, что это за... За херню такую придумали. Кто это вообще такую херню придумал? Ну все, сейчас полиция. Все, блядь, теперь будем ходить сейчас. Куда идти? Черт ее знает. Блять, бегать и искать, блять, выход.
Такой же. Такой один раз увидел и больше нахуй. За глаза, блин, такой говниной. Я еще ругал Анчарта. Четвертый. Это еще хуже. Худшая игра. Вот худшая. Нет больше у меня других слов. Худшая игра. Именно сюжет отсутствует. Вялость управления, то есть главного героя. И вот третье, самое хуевое, это переключение оружия. Ну, четвертый патронов нет. Постоянно нет патронов. Потому что они, наверное, хотели, чтобы люди играли через стелс. Его нет здесь стелса. Нет глушаков, блядь, нет арбалета, блядь, ничего нету. Есть её не хуета, блядь, пики какие-то он бросает. Допустим, там из... ты выберешься. Из резинки, блядь, из рано трусов. Или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это... А ты ее хотел это убить. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай. Че они хотят? Позвоночную эту взять, что ты ли? Ты можешь поступить. С мозгами что-то у нее? В мозгах там какая-то херня. Ей не будет больно. Убить ее и все, да. Да пошла ты нахуй. Да хотя ты тоже мерзавец. Отдай ее, чего? Вы же ублюдки, блядь, все здесь. Вместе с разработчиками. Разработчики-то здесь ни при чем, они графику делали. С этой хуетой вот, которая... Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Убить тебя хотели. Мерзавец. Мы нашли цикад. Чуть получше. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Зад наперед, по-моему, вот это надо сначала показать. А потом уже разговор в машине. Они даже нет. С этим не справились. Вот это должны показать были сначала. Не стреляй. Отпусти. Ты будешь ее искать. Ну, короче, все, похоже, наверное, все. Ребята, извините, но такая мерзость... Я бы ее бросил бы в самом начале. Это просто отвратительная трясня, которую я не видел. Худшая игра вообще. Для меня это худшая игра. Я сейчас даже не могу припомнить, чтоб так не понравилась мне игра. Я даже вот припомнить не могу. Да. Ну, может быть, и такие игры есть, но вот именно вязкость управления, вот эти переключения оружия, это просто... Омерзение. Просто омерзение. Я не знаю, как можно было вообще такое придумать? Отсюда нам по прямой. А что, еще игра-то не кончилась? Красиво, да? Да. Мыряем? Конец-то. Так. Вот, зацепи главный его, герой, да, должен быть как девчонка. А девчонка еще быстрее должна быть. Держу. Это игра. Не надо здесь никакой, не нужен реализм. Вот она, видите, на? Она побыстрее, она успевает за камерой двигаться на. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Игра заслуживает 1 балл, но вот 2 балла могу дать только вот, или мне 1.5, кажется, вот именно за графику. Ну, оптимизация говнина. Она бы тебе точно понравилась. Ну, потому что игра соневская, понятно, что все равно она делалась для PC. Смотри. На все могу закрыть глаза, кроме 3 вещей. Даже плевать на эти патроны.
Лучше бы я с одним пистолетом бегал бы. Уже недалеко. Так я вначале так и бегал. Ругался, но я все равно выхлёстывал все-таки их. Потому что у меня был один пистолет. Я мог переключать между пистолетом и ружьем. Потом пошло-поехало. Говно по трупу, блядь. Ну чё ты, блядь, то есть... Давай помогу. Дай руку. Кто загорается, квадратик, кто не загорается, тоже понять не могу, что делать. Идем. О, звук Витю. Погоди. Чё не так? Последний бой. Он в сложный госпитале. Самый. Когда меня цапнули, я была не одна. Ну? Мою подругу тоже укусили. Ну, мы не звали. Знали, как быть. Она сказала: давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично. Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь. Короче, в игре трудились только вот... аниматоры вот эти вот наполовину и сами разработчики этой игры. Все остальное все на помойку. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.